Добрый вечер всем моим зрителям. Это небольшое такое будет видео, которое как бы проверка. У меня все, кто смотрит мой канал, знают, что у меня тут проблемка со съемкой была в том, что видео рассинхронизировано было со звуком. Вот сегодня приезжал ко мне сынуля мой, перепрошил телефон, и я хочу как бы снять. Вот же он. Слава Богу, 11 скоро, но решил проверить, все-таки тут обновлял телефон и прочее. Вот все программы ставил, настраивал. Ну вот теперь посмотрим. Значит, в том числе и ответ на вопросы. Какими форумами пользуетесь, что читаете, где, так сказать. Форумов много. Вот, ну, просматриваю я периодически. Вот один из основных, скажем так, форум вот ЦАТовский. Вот, Paint Resident Thermal Repair Club. Вот, здесь как бы по беспокраске много чего, так? Вот, ладно. Это один. Дальше, вот мне очень понравился. Я сниму вот так. Орин ПДР Народ.ру. Вот. Здесь так называемая, вот она ссылочка, вот. Я эти ссылочки, в принципе, под видео опубликую, кому надо, найдут. Вот здесь, вот, как работать с лампой, допустим, все описано. Это все, как говорится, не для мастеров, это все для начинающих, кому интересна тема, кому-то хочется почитать, как бы... Узнать что-то новое, и вот там можно полазить. Чё как. Вот, исправление вмятин. То есть, такие классические азы. Азы, вот. Чё как делается, чего не надо делать, и так далее. Вот. Как тут разбираться в этом вопросе, вот. Основные понятия, что такое вмятина, как она выгинается. То есть, именно для новичков, для тех, кто, так сказать, делает в этом первые шаги или хочет сделать первые шаги в этом направлении, вот очень даже хороший будет, так сказать, почитать, посмотреть вот это дело. Еще раз покажу. Вот такие ребята. Закрываем. Дальше. Значит, Непрополис. Вот, Украина. Вот. То же самое. Ссылочку я дам здесь. И покажу. Здесь тоже вот есть ремонт без покраски. Отдел. Вот, присоски. Покупка инструмента. Ну и так далее. Я не буду перечислять. Тут куча. Вот, есть смысл поковыряться. Есть еще на стеклоправе. Набираете в поисковике стеклоправ. И там и продают инструменты в тот же форум. Вот тоже еще один украинский есть форум. Тоже как бы интересно почитать. Тут не только поэтому вот, имеется в виду по беспокраске. Вот. А тут вот и по моделям есть форумы и прочим. Ну, как бы украинцы активные ребята. Вот, есть смысл там что-то почитать, кто занимается авторемонтом и так далее. Вот, а вообще, конечно, их масса этих форумов. Все их можно читать, смотреть. Ну, и кто-то чему-то научится, завяжет полезные знакомства, какие-то статьи найдет, ну и так далее. Вот. Так что вот такой ответ на вопрос. Вот, форумов, конечно же, намного больше. Вот, ну, вот так. Примерно так. Вот, еще вот есть один, так сказать, с Краснодарского края, Максим Киселев. У него есть и сайт свой, и форум по беспокраске тоже есть, так сказать, что тут почерпнуть по беспокраске, посмотреть на работы, ну, там, как говорится, завязать полезные знакомства и так далее. Вот, еще раз повторюсь, как бы... Читая эти форумы,
читая там статьи, смотря, может, познакомитесь, вы потом сможете перейти там еще на какие-то форумы, на какие-то сайты. Тут много интересной, полезной информации, которая, в общем-то, для начинающих, особенно, повторюсь, будет интересно и будет полезно посмотреть. Ну, в принципе, вот и все. Вот ответ на вопрос и небольшой тестик такой, вот кинокамеры. Я надеюсь, все будет нормально. Вот, и дальше уже никто мне не будет писать, что либо купи кинокамеру, купи штатив там и прочее. Ребят, ну, я как бы здесь снимаю то, что считаю нужным донести до людей, или отвечаю на вопросы. Вот. Все, всем спасибо за внимание. Надеюсь, кто, ребята, задавали вопросы, где вы чего тут читаете, вам теперь хватит на вот читать этого всего. Все, всем спасибо за внимание. Пока-пока.